Госслужба в открытом формате. Сергей Меликов посетил новый офис Минцифры Дагестана. Он организован по принципу открытого рабочего пространства. В интерьере минимализм. Просторные кабинеты, полупрозрачные перегородки, конференц-зал на 30 человек. Коллектив ведомства переехал в этот офис недавно. Работы по ремонту были завершены меньше, чем за полгода и без значительных финансовых затрат за счет сэкономленных средств. Здесь много территории, здесь идет совмещение полупрозрачных, прозрачных перекрытий, стен. Здесь есть комфортные условия для работы для всех государственных служащих. Здесь есть у нас центр компетенции, в котором мы будем приглашать, в том числе и наших подведомственных учреждений. Но помещение нам стало очень комфортно работать, так как помещение оборудовано современной техникой, есть все необходимые рабочие зоны, такие как там комната для переговоров, конференц-зал, там очень просторные помещения, все доступно, и все сотрудники находятся непосредственно рядом с руководителями. Здание, в котором расположен офис, находится в собственности республики, и министерство не будет нести расходов на его аренду, что очень важно. Глава Дагестана оценил качество проведенной работы и пожелал коллективу успехов на благо республики в новых комфортных условиях.